Всем привет! Мы на пути к поющим барханам. И сейчас находимся в Бакши, это село в Кирбулаксом, в районе Алматинской области. Добрались до поющего бархана. За спиной посмотрите, как ветер красиво развивает песок на верхушке. Шикарно! Сейчас мы на него поднимемся. Дрон попробую запустить, хотя это будет явно невозможно с таким ветром. Но все же. Мощных органов из-под земли исполняют мелодию. И эта вибрация вся проходит по горе. Это не описать словами. Я не знаю, камера передаст или нет это, но обязательно тут нужно побывать. Если сюда поедете, берите очки с собой. Всем привет! Я как будто в каких-то альпийских горах катаюсь на коричневом снегу. Слышите? Лайк за песок в ботинках. А сейчас попробуем запустить квадрокоптер. Thank you.
летали, пару раз упали. Ветер дрон чуть не унес, но это было круто. Ребята, просто поваляться в чистом песке, где нету пыли, где свежий воздух, поснимать забавно, классно. Присоединяйтесь. Сегодня мы, кстати, с клубом Amayu Mountain Club отправились на поющие барханы, как вы сами видите, может быть, и слышали. Этот звук, эту мелодию органа классно. Сейчас покажу вам иву, которой 700 лет или даже больше. Здоровая. Посмотрите, какие у нее корни, как разрослись ветки. Вот она за спиной. Кстати, это одно дерево, это не два дерева. Одно выросло из корня другого. Завершаем сегодняшнее видео. Отлично провели время на барханах. Посмотрели на 700-летнюю иву. И отправляемся домой. Если вам понравилось видео, ставьте пальчики вверх. Подписываемся на канал. Обязательно оставляем комментарии, что вам понравилось. Были вы в этих местах, как вам ива, как барханы поющие. Слышали вы, как исполняют они словно оркестр. Словно орган, вернее, будет сказано. Подписываемся на канал. Все. Увидимся в следующем видео.